Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, кто неожиданно появится. Будем смотреть, кто же появится неожиданно. Во-первых, какие-то известия я вижу, скорее всего, о деньгах. Но нам нужно узнать все-таки, кто неожиданно появится в вашей жизни. Появится, проявится. Кто-то с серьезными намерениями. Угу. Ну, смотрите, мужчина проявится, серьезный реально, у которого черные волосы, темные глаза, серьезный, практичный, деловой. Для кого-то это будет новое знакомство, может быть, встреча с этим мужчиной. И смотрите, девочки, если для любовных отношений, то это серьезное какое-то, может быть, предложение, подарки, сюрпризы от мужчины. Если вы с этим мужчиной в паре, роман на расстоянии. Вот. Если вас личная жизнь, к примеру, не интересует, то это может быть какое-то деловое предложение по работе, карьере, бизнесу или финансам.